давно не собирались по таким печальным поводам уже, и мы, честно говоря, все надеялись, что все те предыдущие смерти были последними, и мы никогда не соберемся у стен этого посольства, чтобы почтить память очередного человека, убитого системой этим жутким режимом Лукашенко. Потому что каждый человек, который погиб, это наш брат, это часть нашей семьи, и нам больно. Нам очень больно, и мы скорбим вместе с его родителями, с его женой, с его семьей. И нам очень печально и больно, что такие вещи происходят в нашей стране. Мы в очередной раз говорим здесь, что мы не остановимся ни на день, ни на секунду. Мы будем продолжать сражаться против этого режима убийцы, который оккупировал нашу страну, и мы никому не позволим больше убивать. Мы должны построить новую Беларусь, в которой никто никого не будет убивать ни по каким политическим, расовым или другим причинам. Сегодня мы почтим память Андрея Зельцера. Вечная память тебе, Андрей. Живе Беларусь! Живе! 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 Нас много, за нами перемога. Мы разом, нас много, за нами перемога. Мы разом, нас много, за нами перемога.